Эй, уважаемая! Жена, иди сюда! Слышь, тебе надо! Жрать хочу, приготовь что-нибудь! Я тебе здесь не кухарка! Понял, да надо сам готовить! Какого хрена? Мужики, вы бываете в таких ситуациях? Мы хищники, мы должны сами добывать себе еду, эти бабы постоянно нас бросают! Сегодня я покажу вам, как мои юные добытчики смогут сами прокормить себя в это тяжелое время! Для этого нам понадобится... Нам понадобится картошка! Нам понадобится лук! Нам понадобится филе. Молочко. Яйца. Для начала нам нужно немножко толченой картошки. Ее же надо сначала сварить. Да насрать. Теперь ее нужно помыть. Мало картошки. О, тогда же лучше. Ногами она толчется явно лучше. Надо тщательно помыть. Видите, какая чистая стала? Видите? Теперь просто нужно сгласть ее в кастрюлю. Из раковины всегда вкуснее. Готов! Вот. Вот. Яйца. Да, где яйца? Теперь нам нужно немножечко молочка. Многовато. Чуть-чуть надо слить. Вот так. Вот так, мужики, должно получиться. Готово, валится. Теперь нам нужно сделать котлетки. Вы готовы к котлеткам? Котлетки. Вот из этого. Надо помыть. Не будем есть грязное. Нам нужно приготовить фарш. Все, нужно. Абсолютно нет мясорубки. Отличный фарш. Отличный фарш. Готово. Вот так. Вот так. Что надо добавить в эти котлетки? Блядь, чего не хватает? Смотрите, это невкусно! Это невкусно! Вот так вкусно! Вот так вкусно! Сюда тоже надо добавить яичек. Яичек. Немножечко. Яичек. Вы в курсе, да? Сколовку надо убирать. Куда ее убирать? Пускай ты лежит тут. Вот так очень хочется. Вот, видите, как аппетитно? Я аромат через кадр передал. Теперь берем форму для выпечки. Котлетка номер раз. Складываем с любовью. Котлетка номер два. Маленькая. Вот здесь он пойдет. Вот здесь. А теперь сюда. Вот. Жарим вот это все 15 минут и будет готово. Самая вкусная еда в вашей жизни, мужики. И это тёлка. Вам больше не понравится. Какая вкуснотища. Я вижу яички, картошечку. Все. Мяско. Тоже с яичками и с лучком. Охуенно. Ну, а что там вкусно пахнет? Ты что, ну, сам себе приготовил, да? Ничего себе, выглядит съедобно. Ну, потому что я повар от бога. Давай пробуй. Лук придает такой аромат котлеткам. Ну-ка еще картошка. Ничего приятнее, чем молочно-толченая картошка. Ничего нет приятнее. Чувствуется, что здесь парочка яиц и вкуснейшее коровье молоко.
Своими руками все сам сделал. Вот этими руками. Подписывайтесь на канал, пацаны. Если не хотите попасть в ситуацию, когда ваша жизнь зависит от хорошего воспитания вашей второй половинки, вы возьмете все в свои руки и используете мой канал как инструкцию к действию. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Кровь, грязь, охуенно. Че, Рамуся, как вообще тебе быть звездой Ютуба? Ой, это тяжелое время вообще, это очень непросто, но нужно жить. Кто-то рожден ползать, кто-то летать, кто-то звездой Ютуба. Нужно просто принять эту ношу. Знаете, я слышал прекрасную фразу: мы не боремся с алкоголизмом, мы им наслаждаемся. Так и тут. Нужно не бороться с этой бедой, нужно ей наслаждаться. Я популярнейший ютуб-блогер Санкт-Петербурга и наслаждаюсь этим. Если тебя не какой-то кусает. Человек. Ну, а как вам в однушке вообще? Я с самого начала знала, что здесь ничего хорошего нет. Заварила японский лапшу. Сейчас пойду сливать с нее водичку. Потому что в Японии так делают. Ну, вам не понять. Вы же с одной. В Японии едят всякую хрень, да? Да. У нас, кстати, не задается в этой квартире поесть, чем-то все невкусно. В этой квартире задается только попить.